Конечно, побеждать всегда приятно, тем более из-за того, что мы пропустили в начале сезона, точнее, проиграли много игр, которых должны были забирать. Сейчас забирать у лидеров чемпионата очки – это прям жизненно необходимо. Ну, во-первых, поздравляю с победой всех людей, которым не безразлична наша команда, которые верят в нас, поддерживают. Считаю, что самым важным фактором, который повлиял на сегодняшний результат, является большущая самоотдача наших парней сегодня на площадке. Прежде всего, это относится к игре в защите. Пропустить от лидера чемпионата, от команды Еврокубка с большим бюджетом, чем у нас, 56 очков, играя против них в довольно приличный отрезок времени молодежью, это дорогого стоит, и ребята просто молодцы. Горжусь сегодня их работой проделанной. Правильно сказал Игорь, для нас после того, как мы на старте сезона пропустили, я считаю, так не от нас зависящее поражение получили в связи с коронавирусом. Действительно, забирать очки у фаворитов, у лидеров чемпионата, ну, просто жизненно необходимо, если мы хотим бороться за выход в плей-офф. Вот. Мы перед собой такую задачу однозначно ставим. Мы хотим быть в плей-офф, мы хотим навязать борьбу в плей-офф, мы хотим бороться за медали и до последнего, сколько будет оставаться шансов, и будем за них цепляться. Вот. Отличная победа, отличная игра. Единственное, немножко переживаю, что наши лидеры сегодня опять переиграли по времени, чтобы они успели восстановиться. И травму получил Сережа Попов. Тоже для нас это любая потеря любого опытного игрока, которых у нас всего 4, для нас, скажем так, очень сильно бьет по нам. Надеюсь, что сейчас доктора включат режим волшебников и восстановят всех ребят, и Сережу в том числе. Не знаю, как бы что-то с коленом, сейчас будем разбираться. Я очень плохо слышу, может. Ну, я, наверное, не могу относиться одновременно как тренер черкасских МАП и как ассистент. Наверное, здесь решение всегда должно, так должно быть, оставаться за главным тренером. И если главный тренер принял такое решение, оно не обсуждается. Он отвечает за результат, мы все ему помогаем, мы все в одной, скажем так, упряжке. Поэтому, если он принял такое решение, 100% не обсуждается. Спасибо.